Здорово, народ, меня зовут Стас. Как слышно? Раз-раз. Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять. В общем, еще раз привет, меня зовут Стимфан. Всем привет, друзья. 1, 2, 3, я Стимфан. Стимфан, 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 Стимфан. Привет всем, меня зовут Стас. Скорее всего, это видео будет очень рваным, так что приготовьтесь ко всему. Это канал Зорька 85, и в данном видео я знакомлюсь с вами, а вы со мной. Скорее, вы со мной, да? Приятно познакомиться, граждане. Именно я делаю Дарвина, я занимаюсь выпусками фри-ту-плей эпизодов. Какая-то очень странная погода, куда бы ты ни шел, ветер всегда дует тебе в хлебало, прям в лицо. Да, в общем-то, появилась такая идейка представиться перед тем, кому интересно все наше творчество и все эти ролики, которые мы выкладываем. И да, здесь либо шумно, либо ветер дует. Хотелось все-таки ролик записать на улице, потому что дома это скучно, а тут хоть что-то двигается, перемещается. Идешь вперед, ветер тебе в хлебало. Идешь назад, опять ветер тебе в хлебало. Влево-вправо, короче, куда ни иди, везде ветер. Очень стрёмная тема. Тут на великах катается. В играх я очень ценю классный саундтрек. Мне нравится делать видео а-ля трейлеры, когда все бухает, пахает, или наоборот, все плавненько, главное под музычку. Прям вот чтобы под музычку было. Мне очень нравится классная музыка. Ну, классная для меня, естественно. Я считаю себя меломаном и часто ее слушаю. Мне нравится, когда я запускаю какую-то игру и вижу в ней, допустим, ролик или что-то в ней происходит такое, что у меня бегут мурашки по коже. Мурашки по коже в среднем бегают у меня раза 3-4 в сутки. Очень много треков, которые мне нравятся, я просто не могу использовать, потому что авторские права. YouTube ругается, Данила ругается, все ругаются, короче. Я обычный человек, то есть я не считаю, что я какой-то супер-пупер гениальный геймер. Да, музыку-то я люблю. Собственно, когда я делаю видео, часто бывает так, что именно сама музыка подсказывает мне, что будет в этом ролике. То есть она создает настроение, говорит мне, какой кадр должен быть в этот момент. Мне нравятся онлайновые игры, в основном шутеры. Это либо Call of Duty, либо Battlefield. Чуть-чуть играл в Destiny. Ну, в общем, вся такая тема со стрелялками. Чем больше людей, тем лучше. Самое главное, да, наверное, это кооператив для меня. Я обожаю играть с людьми, с друзьями. Главное, чтобы все взрывалось, или полыхало, или стреляло. Страсть к созданию видео и всяких роликов, компиляций у меня сложилась еще с детства. А еще у меня есть татуировка Half-Life 2. И она до сих пор еще актуальна. В последнее время мой игровой опыт все чаще ограничивался Евой онлайн, но раньше я играл прям во все подряд. К консолям я отношусь, ну, я к ним никак не отношусь. Есть Xbox, есть Steam на 700 с чем-то игр. Также я прошел почти все Halo. Я знаю, для чего мышка с клавиатурой сделана и для кого сделаны консоли. Half-Life с аддонами, Left 4 Dead я наиграл часов, наверное, 500, если не больше. Понемножечку присматриваюсь к фри-то-плею. Какого-то четкого принципа по написанию роликов я еще не выработал. Сами по себе игры я люблю оценивать сразу по многим параметрам. Это и сюжет, и вовлеченность в геймплей, механика игры. Допустим, если это шутер, мне очень важно, чтобы было приятно стрелять и убивать. Сейчас вспоминаю игры, в которые играл, и почему-то действительно всякие Gears of War приходят на ум. Painkiller, Serious Sam. Мне нужно чувствовать отдачу от оружия и так далее. И так в каждой игре. Это может быть даже музыка. Если музыка не очень в игре, скорее всего, она мне не понравится. Нравится эпик, эпохальные треки, оркестровая музыка. И также еще всякие фьеры, Far Cry вспоминаются и прочие крайзисы. Короче, все, что, наверное, завещал Майкл Бэй. Наверное, да, действительно, видео будет коротким, потому что такие видео снимать — это тот еще геморрой. То что-то дует, то ни черта не слышно. И даже вот после этих правок в монтаже все равно звук отстой. Кооператив — это хорошо, а делать несколько видео вместе — это еще лучше. Поэтому требуйте, пишите, чтобы мы делали совместные какие-то проекты почаще, побольше.
Так, привет, меня зовут Степан, я один из авторов «Зорьки 85», и на этом мои достижения закончились.